Отбивая черным сапогом с травы прозрачную росу. Росу! Дмитрий Владиславович, а не кажется ли вам, что реформа в армии пошла на пользу всему казарменному быту? Конечно, Вячеслав Владимирович. Вот неделю все лишь в армии, уже все разбирается, да? Какой хлад. Вячеслав Владимирович, а напомните, сколько дедушке осталось? Вы знаете, Сергей Владимирович, я запамятовал. Ну, ничего страшного, сам вспомню. Время-то есть еще. Скажите, вам матушка тут давеча посылочку прислала, да? Что у вас там? Да что там, Дмитрий Владиславович, обычный солдатский набор. Я вот вас хотел спросить, а можно я носочки шерстяные себе оставлю? Господь с вами, Вячеслав, вы что? Это же ваша посылка. Вы вправе решать, что оставить себе, а что не оставить. Просто поделившись с товарищами, вы бы улучшили эмоциональный фон в коллективе, соблюли традиции, вот и все. Милейший, а передайте-ка мой дембельский альбом. Я его полгода сам делал. Конечно, конечно. Сергей Владимирович, вот... Ну, уронил и уронил, ничего страшного. Я его полгода делал, сам и соберу все. Э, бойцы, вы что, альбом мой уронили? Нет, товарищ сержант, не-не-не, послышалось, все вот на месте. Все, надоело, как интеллигенты, давайте, как это, в «Звездных войнах». Давай, что ты... Тан-тра-дан, та-та-та-та-тан-тра-дан. А давным-давно в далекой галактике жил-был дед, полный урод. Нюша, привет. О, здорово, Беляш. Здорово. Я смотрю, ты жируешь, «Звездные войны» смотришь. У тебя пока ты, Видик, смотришь, магнитофон же свободен. Ну да, а что? Дай послушать. Понасоша слезай! Бери только это, смотри поаккуратнее, а то в прошлый раз все кнопки выпали. Ага. Да конечно, чё. Конечно, чё, он Леди Гагу-то не воспроизводит. Все кассеты у меня заживал. Но есть что новенькое послушать? Да есть новые записи, давай, чё. Давай, давай, пошли. Алкоязычные альбомы. А давным-давно... Да надоело уже все это, надоело уже. Скукотища. Хоть застрелись, блин. Да что вы такое говорите-то, товарищ сержант? Как это застрелиться-то? Вы с ума сошли, как вам в голову тут пришло это вообще? Вот тапочек снимите, вот носочком вот сюда, как видите, и под подбородочек, под подбородочек. Давай. Да что такое здесь происходит? Что Смирна! Это такое, в конце концов? Что такое? Да что? Я вам устрою, я хулиганье такое. Вы что, меня устроили? Это что такое, в конце концов, я устрою вам сижу? Вы понимаете, что ничего или не понимаете уже, в конце концов? Это что такое, вы еще раз увижу, я такого вам сразу еще не знаю. Хулиганье, блин, я же... И что, я в тебе вот такие... Поступать, в конце концов. И у меня, видишь, какие, ох ты, хулиганье, это что такое там? Я тебе что сказал? Я сказал, как отрезал. Резочковый. Я устроил, и что? Не армия, а зоопарк какой-то вообще. О, давай зоопарк. Так мы там что, когда... А ну давай, блин, котиков показывай мне. Давай. Бездари, придурки, вон парень в шестой роте показывал бешеную собаку, гениально! Так что потом неделю в всей роте уколы от бешенства ставили в живот. Уроды, хочу, чтоб смешно было. Дайте моих любимых этих уральских этих пельмешков. Так они, а ну давай, говорю. Здравствуйте! Здравствуйте! Мне нужен ноутбук, ноутбук и фрешка. Вы из решет? Я из решет. Ну кто так? Ну кто так дебила-то играет? Вы видели, как у них Соколов дебила играет? Да Соколов не играет дебила, он такой и есть. Это что такое, ты говоришь-то на меня?
Это что такое? Устроило похохотать? Ну или что? Да нормально, да, говорили. Это что такое? Что, посмотри. Устроило. Как это так это можно взять? И что? Довели человека. Надо мы говорить-то одно и то же. Надоело это уже все, старье, блин. Заезжено до дыр. Давай новое что-нибудь. Давай, говорю. Дамы и господа, уральские пельмени представляют новое шоу «Год в сапогах». Смейтесь, а то нам всю ночь отжиматься.